года российского кино в кинотеатре «Сокол» каждую среду проходят тематические кинопоказы. Сегодняшнее наше мероприятие посвящено Дню первого зрителя. Мы постарались с помощью библиотеки имени Крупской создать здесь такую выставку, которая посвящена тоже кино. И в кинозале буквально через несколько минут мы расскажем о том, как состоялись первые показы в Оренбургской области, сколько было кинотеатров в начале 20 века, как оренбургская публика реагировала на эти фильмы. И покажем первые фильмы, которые показывали 120 лет назад. Кинематограф зародился, по мнению многих людей, да, в 1895 году, когда братья Люмьер, Агюст и Луи, показали свои первые фильмы. Они показывали их на бульваре Капуцинов в Париже, и это вызвало просто море оваций, особенно движение поезда. То есть публика реагировала так, что некоторые выбегали прямо из зала, другие подходили после сеанса, щупали эту вот сцену, да, и смотрели, нет ли там потайной двери. Восприятие фильмов было раньше другое, потому что, например, фильм «Завтрак ребенка». Мы смотрим, да, нам интересно, там, как ребенок кушает, как его кормят, что у них на столе стоит. А фурор тогда на самом деле производило то, что на заднем фоне двигались листики. И люди вообще это каким-то волшебством просто считали, потому что такие вот мелочи все были учтены. И, наверное, восприятие вот этого всего, оно сейчас совершенно другое. Раньше не понимали, насколько масштабное кинопроизводство может быть, что когда-то оно может быть коммерческим, да, и снимали какие-то такие зарисовки из настоящей жизни, просто бытовые моменты, и потом их показывали. Начинается у нас выставка с того, что мы представляем материалы по истории кино. Представляем книги режиссеров, сценарии режиссеров, известных актеров. Особый раздел кино земли Оренбургской. Земля Оренбургская богата кинофильмами. Снимались Иван Бровкин, снимался «Русский бунт» по «Капитанской дочке». На нашу землю вступали и Говорухин Станислав, у нас был Прошкин, у нас была Рима Казакова. У нас замечательный кинофестиваль «Восток-Запад. Классика. Авангард». И посвящена отдельная выставка. Я раньше работала директором клуба в сельском доме «Культура». Поэтому мне очень нравятся такие мероприятия, тематические вечера, просмотры фильмов любых направлениях мне очень нравится. Поэтому хотелось прийти просто как бы отдохнуть, ну и смотреть что-то новое для себя. Спасибо, хочется сказать большое за то, что организовали такое мероприятие для нас. Буду рада еще посетить такие вечера. Мы пришли для того, чтобы хорошо провести время, это удалось. Мне очень понравился фильм. Хотя я очень люблю Чарли Чаплина, и мне было очень смешно.